12 августа 1980 года наша команда «Карпаты» прилетела на аэродром Шендант города Герат, провинции Герат, прошу прощения. И, в общем-то, там начались наши боевые будни. Параллельно с боевыми буднями, в общем-то, приходилось, вот как правильно сказал Александр Иванович, находить время для того, чтобы что-то делать, что-то творить для души. Потому что тоскливо было 3000 километров от родной земли. Вот, появились первые песни. Я вам сейчас и исполню несколько песен из тех, которые были написаны в 80-м году. Ох, и сегодня выдался денек. Я летаю бортстрелком на вертолете. Я весь продрог, до ниточки промок. Холодный пот шипит на пулемете. Я весь продрог, до ниточки промок. Холодный пот шипит на пулемете. Вот левый крен к прицелу я приник. И Нурсов свист стрелять отбил охоту. Перевернуло все, но в тот же миг я злостью жму кашетку пулемета. Перевернуло все, но в тот же миг я злостью жму кашетку пулемета. Под крылом все так же ФАТ-500. Уж если сбросим, тошно станет гадом. И потому ползут в свою нору. Но все равно не скроются душманы. И потому ползут в свою нору. Но все равно не скроются душманы. А час настал, на базу нам лететь. Холодный пот шипит на пулемете. Подумать только, разве я мечтал, что буду воевать на вертолете. Подумать только, разве я мечтал, что буду воевать на вертолете.